В филармонии Черкесска состоялось яркое мероприятие в честь работников культуры республики. Актеры, музыканты, библиотекари, педагоги, работники администрации, без которых не было бы творческой работы в городах и районах республики, собрались на торжестве. Альбина Кроченова-Кенжева продолжит тему. Много добрых, теплых слов было сказано в адрес работников культуры. Было отмечено, что они несут важную историческую миссию сохранения и приумножения культурного богатства страны и ее национального достояния. Все труженики этой сферы, от руководителей федеральных музеев и театров до работников домов культуры и библиотек в отдаленных селах, олицетворяют своей деятельностью благородство и народную мудрость. Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы являетесь хранителями духовного богатства нашего региона. Вы открываете миру уникальное культурное наследие народов Карачаево-Черкесской республики. Творите рядом с теми, кто раскрывает многогранный культурный потенциал нашей страны. С каждым днем наша жизнь становится ярче, интереснее, насыщеннее, благодаря тому, что вы от всей души болеете за дело и отдаете все свои силы. Красочный концерт переплетался с награждениями за заслуги в развитии культуры и искусства. Награды главы республики получили руководители республиканских учреждений, внесшие большой вклад в организацию и проведение мероприятий, посвященных столетию образования Карачаева-Черкесии. Среди них и сотрудники нашей телерадиокомпании. Чтобы мы в каждом сельском дворце культуры, в каждом учреждении собрали хорошую команду людей, которым это интересно, которые не могут без этого жить и у которых есть на это энергия, потому что это самое главное, что движет нами. Выступающие выразили слова огромной благодарности за труд, за любовь к своей профессии. Без любви в творческой профессии работать нельзя. Именно работники культуры создают те условия, ради которых человек остается на селе, сохраняют и приумножают народные традиции и память. Культура – это история и память всех народов. Искусство – та субстанция, которая подпитывает душу. А без нее куда деться, потому что даже тело без души называется совсем по-другому. Все, кто занимается творчеством, они занимаются, возможно, незаметным, но они как подснежники души взращивают, потихонечку поливают, заливают их. Будет делаться упор на новые перспективные кадры, на молодежь. Также министр культуры поделился, что в этом году в регионе пройдет большой международный фестиваль искусств «Мир Кавказа». Альбина Курачинова-Кенжева, Фарида Сидахметова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.